Всем привет! В данном ролике готовим вкуснейшую запеченную кукурузу способом, который мне больше всего нравится. Поехали! Берем вкуснейшие початки кукурузы и вооружаемся фольгой. Кладем кукурузу на фольгу, вооружаемся мягким сливочным маслом и натираем кукурузу. Первую кукурузу после того, как я натер маслом, посыпаю сверху копченой паприкой и тщательно все растираю. Со второй кукурузой я поступаю точно так же, натираю маслом, но уже посыпаю жгучим перцем. Третью кукурузу натираю маслом и сверху посыпаю солью. Вот мы и развеем миф по поводу того, что когда нужно солить перед началом готовки, либо после. Кукурузину плотно заворачиваем в фольгу, вооружаемся глубокой тарой для запекания, перекладываем в нее кукурузу и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 45 минут. Всем привет! Остановись, не перематывай! Это не реклама, а розыгрыш на канале Кривошеев Кулинарит. Для вас есть прекрасная возможность познакомиться с острейшими ножами от Самура. Эти ножи настолько острые, что вы можете разрезать овощи, как будто вы играете во фрут-ниндзя. И эти классные ножи достанутся троим победителям абсолютно бесплатно, а пересылку я оплачу лично. Для участия в конкурсе нужно выполнить три элементарных действия. Поставить лайк под этим видео, быть подписанным, либо подписаться на мой Яндекс.Дзен и на мой YouTube аккаунт. А также написать в комментариях под этим видео «Хочу нож от Самура». И мы 31 июля в 6 часов вечера на стриме в Яндекс.Дзене разыграем среди подписчиков эти классные ножи. Так что, ребят, вам не жалко для меня лайка, а мне не жалко для вас подарков. Встретимся на стриме. Всем удачи! По истечению данного времени, а точнее 45 минут, я достаю кукурузу из духовки и нарезаю на порционные кусочки. Перекладываем кукурузу на тарелку, подставляем поближе и переходим к дегустации. Ну что, ребят, сегодня мы приготовили самую вкусную запеченную кукурузу, которая мне нравится намного больше, чем вареная. Специи в кукурузу добавляйте, какие вам больше нравятся. Ну а по поводу соли, разницы я абсолютно не заметил. Самое главное в этом рецепте, не передержите кукурузу, а то она у вас получится сухой. Так что, ребят, если вам понравился данный рецепт, смело забирайте и готовьте с удовольствием на своей кухне. А у нас данный ролик подходит к концу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем до новых встреч. Пока-пока.